Дом постройки начала 19 века вернули лицо. Фасад здания привели в порядок, стены утеплили по современным технологиям, а также заменили козырьки и двери на новые. Живу я здесь уже 43 года. Ну, фасада, ремонт, ну как, подкрашивали, так, белили, изредка бывало это. Потом последние годы, вот, начиная с 91 года, домом вообще не занимались. Дом давал трещины большие. Дом попал в программу капитального ремонта, и в начале марта за него взялись специалисты. К работе подошли со всей ответственностью. Хотя дом не является памятником архитектуры, мы все-таки решили согласовать проект цветовую, в первую очередь раскраску дома, с отделом архитектуры городским. Получили решение, только после этого стали выполнять уже окончательную работу. В доме номер 161 по Новосадовой ремонт фасада продолжается. Здание стоит на туристическом маршруте, а потому его цвет прошел обязательное согласование с архитектором города. Изменения не только внешние. Зимой жильцы дома должны почувствовать на себе все тепло, которое строители вложили в этот дом. Утепление фасада, то есть делается по всей площади как бы фасадов. Вот, и то есть оштукатуривание, что как бы утепление, то есть повышает, то есть энергосбережение, то есть теплопотери меньше, соответственно, как бы отопление, то есть жители будут потом платить меньше. В этом году по программе капитального ремонта отремонтируют более 1600 домов. Причем большая часть из них уже сданы, 400 в работе. Все работы проводятся по согласованию с жителями. Сначала намечается фронт работ, а затем сам ремонт. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».